домой уехал до вечера. Актриса Светлана Крючкова, сыгравшая роль Зиночки, с улыбкой вспоминает съемки фильма и партнеров по съемочной площадке. После выхода «Большой перемены» зрители полюбили ее героиню, милую и бесхитростную девушку Нелли, которая покорила всех обаянием и непосредственностью. Но в фильме Гайдая у нее совсем иной типаж. Предприимчивая и слегка манерная особа, которая не прочь завести интрижку на стороне. Это муж. Покойный? Если бы...